Нет, он только от электричества едет. Только от электричества. А зачем? Ты что, в течение 100 километров не найдешь розетку? Почему? Если не крутить, то это уже не велосипед. Ну так, а это электровелосипед. Соответственно, надо крутить, это логично. Это не, это велосипед. То есть ты крутишь, он помогает. Нет. Помогает.